Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Елена Антоновна Ливач. Я преподаю психологию и социологию в Технологическом институте в Санкт-Петербурге. Мой педагогический стаж 12 лет. 4 октября я проведу вебинар «Формы и причины неосознаваемого сопротивления обучению у учащихся и пути его преодоления». Я расскажу о глубинных причинах отсутствия желания учиться у наших учеников и о том, какими способами преподаватели сознательно или нет, существенно влияет на это желание, пробуждая его или, напротив, подавляя. Материалы вебинара помогут вам выстраивать свою стратегию поведения в роли преподавателя и определять границы своих возможностей и научить этого конкретного ученика. До встречи 4 октября!